Здесь я вам покажу и коротко расскажу. Первый нейрон расположен гирус прецентралис, который расположен в лобной доле нижней задней извилины. И импульс попадает от этого, от кора полушария, и потом же попадает на или собирается на лучистым венецом. Лучистый венец же потом же внутренней капсулы собирается, это уже белые вещества. Потом ствола мозга. Ствол мозга. Ствол мозга — это средний мозг, потом моста Варолеева и продолговатого мозга. До этого точка, до продолговатого мозга, этот нервный импульс, они собираются с одними пучками. Потом разделяется на передний и латеральный. Второй нейрон — мотосенсор.